Я суперэлитный ниндзя и в любом случае когда-нибудь стану Хокаге, поэтому запомни хорошенько мое имя. Тринадцатая часть второго сезона. Ужасы войны. Глава третья. Подготовка к сражению. В предыдущей серии. Да, бой был кровопролитным, даже слишком. Но в этом бою Кири одержала одну из своих немногочисленных побед, что, несомненно, сыграет немалую роль во всей войне. Каждый потерял в этом бою товарища, друга или кого-то из своей семьи, но сейчас никто не позволял себе пролить слезы. Все, несомненно, были рады победе. Ведь теперь Кири обрела надежду в неизвестном парне. В этот же самый момент все выражали свои чувства во всеобщем крике, что ознаменовал, хоть и тяжелую, но... победу Кири. Настоящее время. В настоящий момент данная группа войск Кири занималась восстановлением поврежденных оборонительных сооружений, а также ирианины уже более серьезно занялись ранеными солдатами, некоторым из которых требовалась немедленная помощь, благо медикаментов хватало на всех. Командир со своими доверенными лицами, которых отбирал лично, отдавали приказы войскам, но и про нашего героя не забыли, приказав провести его в временный штаб, а в роли которого выступал обычный военный шатер, в котором и расположился командир с капитанами отдельных групп войск. Сам Наруто против ничего не имел, но на данный момент не собирался раскрывать свою личность, решив подождать более удобного для себя случая, так что просто молча и с маской на лице направлялся в сторону шатра в сопровождении нескольких бойцов. Большинство людей, что видели его, благодарили нашего героя, выражая ее каждый по-разному. Кто-то просто благодарил, кто-то выражал глубоким кивком, а кто-то легким поклоном. Красноволосый же лишь слегка кивал всем, кто благодарил его. Несомненно, нашему герою было приятно, но также он ощущал некоторое смущение, хоть в реальности он не показывал ничего из перечисленного, смотря на всех вокруг своим холодным взглядом, от которого некоторым становилось не по себе. Однако с усилием подавляли свои чувства, воспоминания тоже помогали вернуться туда, вспоминая все то, что он сделал ради их дома. Спустя несколько минут наш герой с сопровождением добрались до временного штаба данной группы войск, далее отправив Красноволосого прямо вовнутрь, перед этим удостоверившись, что командир со своими людьми ничем важным не заняты. Войдя вовнутрь, Наруто заметил человек 12-13, что сидели за одним столом прямоугольной формы. Один из этих людей сидел посередине, когда оставшиеся расположились по бокам от него, устремив взгляды к нашему герою, что лишь слегка кивнул в знак приветствия. Ибо личность, как я уже говорил, красноволосый пока не будет выдавать. Хочется немного в роли таинственного незнакомца побыть, да поиздеваться немного над одним человеком, если это получится. «Здравствуйте», – начал говорить тот парень, что сидел посередине, встав со своего места. «Я не знаю ни вашего имени, ни кем вы являетесь для нас, но хочу от всех нас поблагодарить вас за вашу помощь в этой нелегкой битве», – продолжил говорить парень, поклонившись перед нашим героем, за которым последовали и все остальные, подтверждая свои слова. «Прошу прощения, но я все-таки хотел бы задать вам два вопроса», – начал говорить другой мужчина после поклона. «Кто вы и как связаны с Кири?» – задал волнующий не только его вопрос Шиноби. Остальные с интересом смотрели на нашего героя, ожидая ответов. «Извините, но я не могу ответить на первый вопрос, а вот второй», – начал говорить красноволосый, следуя своим планам, но также заставляя людей перед собой напрячься. «Я просто должен госпоже Мизукаге, а помощь в войне будет лучшей оплатой», – соврал наш герой, испытывая лишь каплю стыда, но без проблем скрывая свои эмоции, не позволяя тем самым заподозрить себя во лжи. «Я все понимаю, но связи с госпожой Мизукаге у нас нет, так что вам придется назвать свое имя. В ином же случае мы просто не сможем вам полноценно доверять. Пусть вы спасли нас», – сказал один из сидящих по левую сторону от нашего героя, явно слегка раздраженный тем, что парень перед ними не ответил на их вопрос, пусть и отметил своими словами.
словами, что на этой войне он будет на их стороне. Однако красноволосый даже не обратил на него внимания, повернув свою голову в сторону входа в шаттер, будто ожидая как кто-то прямо сейчас войдет, будто. Так оно и произошло. Буквально через пару секунд в шаттер на немаленькой скорости ворвался запыхавшийся парень с жилетом Чунина, явно не знавший, что тут проходит важный разговор для них, в особенности, ибо связи со штабом все еще нет. А он бы мог помочь им оборонять эти позиции до тех пор, пока им не отправят подкрепление, а также провизию, что слегка задерживается из-за довольно частой смены путей доставки. Причина же была проста. Перемещаться вблизи фронта было слишком опасно, так как в любой момент могла начаться массированная атака врага, во время которой под огонь попадает и отряд, что отвечает за поставку провизии, а значит другие отряды Кири останутся без необходимых ресурсов для ведения войны. «Почему мои подчиненные врываются ко мне, даже не удосужившись попросить разрешения?» — сказал раздраженный командир отряда. Тут у него и так напряженная ситуация с этим парнем, а его подчиненные плевать хотели на устав. «Прошу прощения, но это очень важно», — встал на одно колено и произнес чем-то обеспокоенный парень. Командир же, услышав его слова, вопросительно посмотрел на Чунина. «Наша разведка доложила, что враг перегруппировал свои силы и, объединившись со своим подкреплением, движется в сторону наших позиций», — доложил на одном дыхании парень, заставив командира с его приближенными широко раскрыть свои глаза. Наш герой, услышав слова парня, лишь только хмыкнул, начав сразу же обдумывать их ситуацию, а была она очень уж плохой. Связи со штабом нет, провизия ограничена. Большая часть медикаментов потрачена на раненых, а сами медики сейчас в не лучшем состоянии из-за чакры истощения. Враг же имеет численное превосходство минимум в 3 раза, а тут еще и подкрепление. Так еще и около половины из них новые бойцы, что еще не вступали в бой и не тратили свои силы. «Численность врага известна?» — нервно спросил один из капитанов отряда, все еще находясь в шоковом состоянии, но сумевший взять себя в руки. Слова парня еще больше подкосили боевой дух командования отряда. Около 13 тысяч готовых к бою, а также 800, что выступили в роли небольшого резерва. Капитаны начали переговариваться по поводу всей этой ситуации, ведь в этот раз им точно не выстоять. В предыдущий раз они были готовы к нападению, все силы были свежими, припасов на тот момент было достаточно, плюс хорошие оборонительные сооружения и знания данной местности, однако после того боя ни одного из перечисленного с их стороны нет. Да к тому же несколько сотен раненых, а медики вообще вне строя. Командир же после услышанного сжал зубы и опустил голову. Перед ним сейчас был важнейший выбор в его жизни: либо отступить, либо подвергнуть опасности главный штаб. Но спасти своих людей, либо остаться и сражаться до конца, но потерять всех. От него зависели судьбы нескольких тысяч человек, что сильно давило на разум мужчины. В их рядах были еще молодые парни, что даже с девушкой ни разу не гуляли. К примеру, этот самый Чунин, который пришел. А он прямо сейчас может лишить их жизни. «Парень», — подал голос Наруто, обратившись к Чунину. Все в этот же момент замолчали и перевели свои взгляды на нашего героя, включая командира. «Приведи сюда человек 10, будем выходить из этой ситуации», — сказал красноволосый, вновь заставив всех широко раскрыть свои глаза. Однако парень не стал медлить, сразу направившись в сторону выхода. Но тут его вновь остановил голос нашего героя. «И да, 3 из них должны хорошо бегать», — добавил Наруто. Никто в этот момент не понимал, что же задумал этот незнакомец. Да и вообще, каким образом он собирается выкарабкиваться из всей этой ситуации. Каждый задавал себе этот вопрос, но никто не стал останавливать Чунина, что пошел выполнять поручение красноволосого. А командир же начал надеяться, что у парня перед ним есть план, и он знает, что делает. Спустя около 5 минут Чунин вернулся с 10 джоунинами, построив их в одну шеренгу перед штабом, а за ними расположились все оставшиеся силы Кири на этой позиции. Многие увидели легкую панику на лицах разведки, что недавно вернулась в лагерь, потому были обеспокоены тем, что могло их ожидать. 10 джоунинов уже была оповещена о всей ситуации, потому они стояли, приготовившись слушать приказ. В этот момент из штаба вышел наш герой, за которым направилось и командование отряда, которое нервничало, но также было видно, что он чем-то заинтересован. Большинство еще сильнее напрягалось, когда они видели, что вперед вышел именно этот незнакомец, а командиры со своими приближенными стояли чуть позади Наруто, который направил свой взгляд именно на джоунинов.
Не буду тянуть и скажу прямо. Так как времени у нас немного, начал говорить Наруто. Услышав его первые слова, многие уже открыто начали нервничать, раздумывая, что же такого произошло. В данный момент мы все рискуем быть убитыми, продолжил наш герой. Враг, которого мы недавно отбросили, перегруппировал свои силы и, объединившись с подкреплением, вновь направляется в сторону наших позиций. Чуть прибавил громкости красноволосый, чтобы все отчетливо было слышно. Но не стоит просто стоять сложа руки. Резко продолжил свою речь наш герой, увидев, как многие просто опустились на колени, не в силах поверить, что они все-таки встретят тут свой конец. Вы смогли отбросить врага, что превосходил вас числом в 3 раза. Сейчас же нужно лишь вдвое сильнее постараться. Да, сейчас наши дела куда хуже. Оборонительные сооружения уничтожены, чтобы восстановить их, у нас нет ресурсов. Несколько сотен раненых, а медики и вовсе недееспособны из-за чакры истощения, продолжал говорить Наруто. Если мы останемся здесь, то мы точно умрем. Но у нас все-таки есть шанс на победу. После последних слов нашего героя все подняли свои глаза и начали смотреть на него. Ведь у них и вправду может быть надежда. Нам нельзя оставаться здесь или отступать, так как в таком случае мы подставим всю страну. Но мы можем перейти в контрнаступление, заняв более выгодные позиции. Начал объяснение своего плана Наруто. Позади нас равнины, а нам нужно будет перенести раненых шиноби и истощенных медиков. Враг нас быстро догонит, а эти позиции уже не представляют для нас выгоды. Враг уже знает данную местность, так что сможет подготовить хороший план для наступления, а не идти в лобовую атаку. Продолжал говорить наш герой, не прекращая усиливать свой голос с помощью чакры. Спереди есть только один не особо широкий проход, окруженный горами. Именно в этом проходе мы и встанем. Там врагу не удастся выгодно реализовать свое численное превосходство. Проводя тактические маневры, он будет вынужден отправить все свои силы на пролом, а для нас это и является ключом к победе. Мы знаем территорию нашей страны как все свои 5 пальцев. Когда врагу приходится подстраиваться под местность, климат и другие факторы, присущие стране воды, мы разделим наши силы на 3 крупных отряда и 1 резервный. 2 отряда по 700 человек, 1 отряд численностью в 900 человек, а оставшиеся 200 человек будут необходимы для прикрытия нашего тыла, так как есть вероятность захода врага сзади, пройдя по узкой тропе. Пройдут немного, всего 100, но они могут сильно нам насолить, так что нужны будут силы для ликвидации этого врага. Закончил разъяснение большей части своего плана наш герой, сразу после направив свой взгляд на 10 джоунинов, что все так же стояли, смотря на Наруто. Для вас же есть особое задание. Ваша задача – разделиться и направиться в сторону, где предположительно разместились наши силы. Вам нужно будет доложить обо всей этой ситуации и запросить немедленной поддержки, а также несколько самых выносливых из вас должны прямо сейчас направиться в штаб, чтобы доложить об всем лично Мизукаге. А также не забудьте передать, чтобы проверили нашу линию связи. Объяснил их задачу красноволосый. «Все войска!» Обратился уже ко всем Наруто. «Выполнять!» Прокричал наш герой, заставив всех с большей скоростью приступить к своим задачам. Продолжение следует. Если понравилось, то обязательно прожми лайк, подпишись, ведь это поможет скорейшему выходу продолжения этого сюжета. И если есть что сказать, то прошу, в комментарии пиши свои мысли. Если ты хочешь остаться с нами и залететь в наше комьюнити по полной, то Discord, группа ВК, Twitch и даже TikTok. Все это есть по ссылкам в описании под этим видео. Залетай туда, куда тебе хочется, и оставайся со мной и с нашим дружным, сформировавшимся немалым комьюнити. Ну а с тобой все это время, напомню, был я, Ганзи. Спасибо за просмотр, береги себя. Еще услышимся.